Все, я опять первый нажимаю зуб, только теперь все, я с той стороны в жизни нажимать не буду. Нет, да вы что издеваете? Серега, ты запрограммировал этого крокодила на какую-то фигню. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Форум, Гусенек, пацаны, поздоровайтесь. Приветики, омлетики. Всем привет. Долго я думал, что записывать, и Серега предложил, что мы записали экстремального крокодила-колдуна. Хотел сказать, крокодила-убийцу. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Раз, Серега, ты и придумал, ты первый и нажимай на зуб. Ну чё, погнали нафиг. Так, молодец, сработало. Так, давайте я. Я на свой любимый зуб, вы знаете, да. Да. Я знал, что он этот, я поддался. Как вы помните, ребята, в этом ролике и в этой рубрике мы, те, кто проигрывает, загадываем им желание. Серега, ну давай, первое желание, какое у тебя будет? Так, для начала я сейчас заспауню стул, садись на него. Давай, есть, сел. Так, сиди. Сижу. Серега, как всегда, сейчас какую-то дичь придумает. Ой-ой-ой, я уже начинаю переживать. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Мы выпускаем крутецкие веселые видосики каждый день. Так. Сейчас, ой-ой-ой, я уже переживаю, меня же даже трясти начинает. Спайдермен в шоке, что происходит. Это ты в космос полетишь у нас, Дима. Ой-ой-ой, это хорошо. Так. Я какую-то мегапостройку решил запилить. Сейчас будет тебе прикол. Смотрим прикол. Внимательно. Ребята, пока Серега строит, вы можете на следующую рубрику написать желание, которое мы можем заказывать людям. Может, кто-то это креативно напишет. Если будет очень классное желание, мы их поиспользуем в ролике. Оно было еще в предыдущих роликах, чтобы вы понаписывали. Поэтому пишите, что нам надо будет сделать. Что-то какую-то дичь или приколы какие-то. Так. Нет, Дима, встань с этого стула и сядь на вот этот. Так, понял, сел. Ой-ой-ой-ой-ой! А не бахнет? Сиди. Бахнет, еще как бахнет. А, понял, хорошо. Я не знал, что у нас ускоритель такой есть. Все. Так, ребята, ну что, Спайдермен сейчас будет летчиком. Отдалим. Лётамен. А что не... Ага, понял. Что не все? Готов, Дима? Да. 3, 2, 1. Ой, Серега, это не космос! Это днище! А что за прикол? Ой. Она не взорвалась, Сережка. А сейчас взорвется. Да, давай, проверим. Лечу. Ой-ой-ой-ой-ой! Красиво. Так, хорошо, давай, Гусенек, следующий. Что делать? Не, желание загадывать. Ты что думал, кто один желание? Три желания мне надо использовать. Исполнить. Понял? Прощайте. Ты. Это был хороший удар головой. Дим, теперь я. Давай, Форум. Лечу со всей силы. Есть. Просто стой. Стою. Ребят, это метеорит. Надо было на другую кнопку мыши, тогда был бы один метеорит. И что, долго стоять? Все, есть. Хорошо, давайте очистим карту, потому что эти метеориты будут очень долго лететь. Ставим крокодила-колдуна еще раз. Так, ну что, давайте я первый. Раз я проиграл, да, это будет по-честному. Нажимаю на свой любимый зуб. Умрешь. Ух, слава богу. Я же хочу над Серегой тоже поиздеваться. Ай-яй-яй, везет тебе. Помню, в позапрошлую серию Гусенек сюда выиграл, а потом была та серия, когда он постоянно сливался. Опять я? Вы так быстро понажимали. Давайте по очереди, хорошо. Нет! Дима. Да я поддался. Ну. Все, давай. Давай. Ты знаешь, что я буду делать. Давай. Опять о, дичь. отлично. Люблю и ракеты. Серега сегодня решил поиздеваться, меня позапускать. Да, в космос, а в землю меня. Вштрекать головой, это неплохо. Садись. О, сел, отличненько. На веревочку. А сварка не работает. А, да ладно, у меня что-то не работало. Оно у меня активировалось сразу, когда мы сварку использовали. Ой. Ну что, давайте.
Погнала, родная! Хорошо, сижу! Я живой! А, все. Красиво летим! А я лечу солдатиком вниз! Ой, красиво! Смотрите, какие эффекты очень классные! Все, сейчас приземлимся. Идем. Ладно, долго. Давай, гусанек, следующий. Вставай в поле. Встаю. Все, стою в поле. Так. А, так, да, значит. Прям на голову мне, что ли? Так я умру на ранне от взрыва. Ловлю. И ты всех убил, красавчик. Так, давай форум. Сейчас. Давай. Как же я хочу, чтобы проиграл Серега. Давай. Я тебе вот так сделаю. А, просто сжечь. Спасибо. Ура! Правда, я так не отлетел. Все, я опять первый нажимаю зуб, только теперь все, я с той стороны в жизни нажимать не буду. Нет, вы что издеваете? Серега, ты запрограммировал этого крокодила на какую-то фигню. Да ну что за бред, что я умираю? Да ну нет, это не должно. Ну все, хорошо. Серега угорает с меня. Давайте на Диму, вы первые начинаете. Давай, Гусанек, давай твое желание. Вот так вот, забью до смерти. Подсрачниками, спасибо тебе. Ребята, видите, осрачами избил меня по спине. Давай, форум, твоя очередь. Да. Ну, а тебе такое, слабенькое. Хорошо, давай. С минигана. Хорошо. Кроме убийства у вас нема, да, как по-другому поиздеваться? Хорошо, я запомню. Все, хорошо. Все? Да. Ну, сейчас я буду делать с тобой неприятные вещи, Дим. Давай, покажи, на что ты способен. Да неужели ты три раза подряд проиграл? Это какой-то, это реально прикол. Че, летит что-то? А я ничего не вижу. Вижу, РПГ. Ничего не отнялось. Слабое РПГ, слабое, да. Ладно. Где? Где это говно? Вот оно. Как ты меня убил? Я убил тебя? Да. Каким образом? Я вообще от фонаря стрелял. Я не знаю. Ничего, Серега, вообще. Ой, загорелся танк. Ничего. О, теперь чё? Пацаны, там дуло кривое лежит, никому не надо дуло. Так, а кто еще? Третье желание, да? Или все? А, все желание, все. А, крокодил делся. Так, если я сейчас опять проиграю, я буду орать на всю квартиру, на всю хату. Все, нажимаю. Я не буду первый, давайте вы нажимайте, все. Давай я. Давай. Сейчас умру, смотри. Ну нет, ну умри. Ну давай. Сейчас минус знание. Нет. Так. Серега. Да вы что? Ну нет! Дим, только не надо по порядку. Я. Не надо. Во, вот этот зуб точно не проигрышный. Фух, слава богу. Так, вот этот. Ну нет, а ну если сейчас останется последний, я там буду. Есть! Есть! Ура! Так, Гусанек. Я тебе как. Знаешь, как муху прихлопывают вообще? Видел? Нет. Смотрите. Вот это будет у нас хлопушка, а Гусанек это муха. Чего? Шустрый как муха, Дима. Ой, я улетел. А где он? Он вон куда, вон он, смотри, вон. Вот, я улетел. Это что за муха резиновая мне попалась? А ну стоять! А чё не умирает? Да ты не тем пропом его бьёшь. Да? Хорошо. Сейчас стойте, я другим пропом его ударю. О, хорошо. Не-не-не-не-не. Стоять. Вот, а, ну это... Это можно просто уронить. Пригнавил танком, это жестко. Отлично, наконец-то я не проиграл. Давайте, следующий. А кто у нас? Серега. Кто? Форум. Я? Да, форум лучше. Так. Давай. Это такое... Ага, все, я придумал. О. Ну вот туда, вперед. Расстрел. Пулемета Мощнецкого, давай. А там одной пули хватило. Всё. Просто. Дай хламину. Так. Для красоты. Так, Сережечка. Эта штука не спавнится. Ух ты! Вот, да. Нормально! Это за те разы ты нам желание тоже, да? Так, ну что, давайте, нажимайте. Ну, давай я первый. Давай, Серега, давай.
Я давай ты. Я первый. Нет, Серега опередил тебя. Хоть бы ты проиграл опять. Ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну, вот сейчас, подождите. Я когда спешу, я проиграю. Вот это точно выигрышный. Ух, слава богу, я так уже боюсь, что он меня прихлопнет. Вот сейчас точно следующий ход до меня не дойдет. Смотри, сейчас Серега проиграет. Есть! 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 Так, Серега, я хочу тебе разорвать на куски. Сейчас. Вот так и стой там, вот так и стой. Ребята, у нас есть что-то очень мощное. Сейчас. Во! Давай я подальше встану. Давай. Дима только это хотел взять. А ты букву Б английскую нажми еще, Дима. Это прицел у тебя будет от первого лица. Да, я понял. Ребята, вот это именно пушка. Дима, я эту пушку хотел взять. Рикошетом, как можно такую пушку рикошетовать? Ого, гильзы. Смотрите, какие гильзы. Они просто громадные. Так, давайте Серегу дальше мучайте. Таня. Давайте. Вставай. Просто в поле. Так. Вот я встал. О, ну Церио пушка. СМ2 погнала. Ой, красиво. Папайрус сегодня у нас сейчас. Сальтухи крутит. И последний от форума. Поле. Давай, Срурум. Давай. Ой, прикольная пушечка. Так, ну Серега, раз ты проиграл, давай нажимай. Срором, ну, да? Ну, ни пуха, ни пера. Давай, к черту. Проиграй, пожалуйста. Ну, нет. Так. Форум должен проиграть, да, теперь у нас? Форум ни разу еще не сливался. Да, я везучий пока что. Мы тебя убьем сейчас специально. Если так, сможешь. Так, я, да? Да. Ух, слава богу, а честно, когда нажимаю, немножко такой страх, что опять сейчас клоц. Ну все, до меня уже очередь не дойдет, Серега. Я уверен даже. А, Серега, ты. Давай, Серега, ты. Да, сейчас ты проиграл. Ура, наконец-то Серега опять будет сейчас страдать. И сам Кани, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вот этот. Да ну блин. Yes. Давай, Василек. Да ладно. Так, один к трем. Один к трем. Один к трем. Блин, да ну, да я поддался тоже в этот раз. Хорошо, давайте, мучайте. Ого! Заходи, Дима. Ого, где ты взял эту постройку? Такой скин прикольный. Сейчас удалю два пропа, чтобы. Ой-ой-ой, все. Саня. Я последний. Давай. А давай форум ты. Блин. Фантазии, да, не хватает, как надо мной поиздеваться. Ладно, вот давай. Этой штучкой. Минометом, ты еще не попадешь с него. Давай. А я буду видеть снаряд? Вот мне всегда было интересно, видно снаряд или нет? Ой-ой-ой! Это было четко в голову. Ха, красиво прилетело. Смотрите, какой именно след остается от миномета. Я прям вот так стоял. Это тебя. Две ноги как стояло, вот две ноги были и светлые пятна. Так, давай в поле. Давай. В поле. Стреляй. Один в поле не воин. Ой-ой-ой! Красавчик, молодец! Так, ну что, я нажимаю, погнали. Есть. Я следующий. Давай. Есть. Кусонек, давай ты. Ай, ладно. Сейчас он сольет, смотри, три. А, нет. Ну все, вот сейчас он должен слиться, по-любому. Вот сейчас он умрет, смотрите. Ай, нет. Молодец, давай, Серега. Тут спорно, блин. Ладно. Ох. А, блин, ладно. Дим, давай твой любимый. А я, да? Ну давай, мой любимый. Ух, слава богу. Ну все, до меня очередь не дойдет. Саня, давай. Это разве что в том случае, если останется один зуб. Саня. Умри. Есть. Нет. Все. Вот сейчас ты должен умереть. Мы должны... Ура, нет. наконец-то. Нет. Так, форум, знаешь, что я сейчас сделаю? Стой, я тебе этим же крокодилом по башке дам. Нет. А, и он не бьется, хорошо. Не буду крокодилом тебя бить, я тебе чем-то другим дам. Так, чем? Ребята. Сейчас. О, я знаю, что я сделаю. Сейчас. Стой, вот так и стой. Ой. Хорошо, не буду двигаться. На, к стене. Спасибо. Прям придавил. А что ты хотел? На тачке сбил тебя. О, Серега какой-то бункер опять скачал. Где вход?
Ну все, ты уже во входе. Теперь тут будь. Еще. Много зомби. Я сейчас вместо зомби поставлю кое-кого другого. О, давай. Только не босса. Он легко выживает вообще. Ну все, я других ставлю. Давай. Это очень легко, видишь, они медленные очень. Так. Все. Сейчас будет. Удалю я этих. Боюсь. Давай. Голышей. Ладно. Ты сам напросился. О. На! Просто с одного удара. Опа, вылазь. Серега, успокой его, своего психа. Так, ну что, Гусонек, давай, твоя очередь издеваться. На форум. А, да. Поле, вставай. Поле, так. Полевой человек. На! Просто манитусей. Если понравилась эта серия и эта крутая рубрика, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, а где взрыв? Все по канону. Вот, есть взрыв. Канон.